Wake up in the morning feeling like P. Diddy. Grab my glasses, I'm out the door, I'm about to hit this city. When I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. Cause when I leave for the night, I ain't coming back. I'm talking pedicure on our toes. Привет, с вами Бэкфист, и я решил поиграть на сервере Эрика X10 Интерлюд. Вот. Кое-как докачался 25-го. Вот. На нуб локациях и вообще везде, короче, во всех городах куча народу, просто все бегают в НГ, блядь, голые, раздетые, там вообще просто не понятно, что происходит, все пытаются фармить бабки, что-то скупает тоды, которые дают руна экспо. Так что смотрю, что будет, но я еще не дошел до тодов, потому что денег нету, я кое-как купил профессию первую за 100к, вот, и только что отнимил, короче, гнома и какого-то там клерика, короче, вообще чисто повезло. Что радует, здесь хербы есть, честно говоря, давно в интерлюд не играл, основном хай-файфом бегал, хай-файфом любил. И все-таки как-то долго решался на то, чтобы начать играть в интерлюде. И все же я решил взять кошководу, конечно, ну да, кошковод полная херня, по большому счету считается. Но для соло кача, в принципе, нормально будет. Хотел взять шиешку, еще в окно, ПП шие, чтобы вампирик давал. Но проблемы с третьим окном были, потому что не допускался. Сервер не пускал вообще окна. Были какие-то проблемы с логином, что-то, не знаю, я все-таки решил не заморачиваться, там, не ждать, когда у меня допустится там третье окно, и сделал сразу ПП-шку себе. Но я вчера, 24 числа, пробовал войти на сервер, это было вообще просто невозможно, онлайн зашкаливает, короче, за 8000, вот. Ну, тут есть прикольные приколюшки, они добавили от маски, но они на сутки идут, так что они скоро пропадут у меня, вот. Вот. И чуть-чуть я в дальнейшем, чуть после видео я выложу пару моментов с ПВП, нубу ПВП, вот. И немножко там гайд такой будет о том, где я качался, где я бил бабки. Вот. Ну там без озвучки, думаю, будет просто. Либо какая-нибудь песенка, либо что-нибудь еще, не знаю, посмотрим. Вот. Пока что я качаюсь без суса, потому что денег вообще просто нету. В городах куча гномов, там кто-то хотел подняться быстро, они брали яешек в окно там всяких, яеши-е там. И качали гномов, дропали рецепты на всякую херню. Мы видим здесь вот клан, короче, какой-то там, Just Players, посмотрим, что сейчас за типы будут. Также мало кто пользуется пати подбором, короче, то есть вообще никто практически там чисто для набора плана все. Вот. ПК-шек, ну, ребят, которые ПК-шек, ну, ПК-шек постоянно тут вообще практически нету. Потому что, блин, бессмысленно это все делать. Вот. Не, можно, конечно, повыпендриться, здесь флагу знакомить. Вот. Ну, это так. Левая херня. Вон, вот пацаны бегают вообще просто раздеты и пытаются что-то делать. Дубинки камоновские у них. Вот, смотрите, какой-то гопник, бомж убегает. Ладно. Вот, кое-как наскрёб баба, купил девушен себе, купил профессию, то есть, короче, вообще полностью зарядился. Вот, ППшка моя вообще голая, там, СНГ-пушка, я не знаю. У меня во время ПВПшки, ПВП был, ну, я Е, короче, или какой-то цвет эльф, короче, маг какой-то. У меня отобрал бабки, отжал дроп мой. Я решил залить в ПК, убил его в ПК, у меня пропало НГ.
вешено, короче. Там русский. Не знаю, почему так случилось. Вот. Вроде там на ней не было написано, что время стекает. И вообще там не было ничего показано. Показано, что это комната. Какого намека. Сейчас стопы флаг, это по моей профессии. Во, пацан. Пацан Дрей, пойду-ка я убью. Хотя давай гнома вынесу нахрен. Убил. Другого пацана, еще одного пацана. Убил, плюс два, поп. Пацан Дрей, сюда иди. Сюда давай. Давай. Так, все, уехали. Плюс 3 ПВП, отлично. Отлично.